Молодые энергетики со всей России объединяются в ассоциацию. Меморандум о намерениях сотрудники крупных энергетических холдингов подписали на территории Международного молодежного форума «Бирюса». Ассоциацию решено создать, чтобы обмениваться опытом и всем вместе решать ряд задач. В частности, участники будут помогать начинающим специалистам развивать молодежное самоуправление на предприятиях, продвигать законодательные инициативы и популяризировать профессию энергетика. Инициатором создания единой площадки для молодых российских энергетиков выступил Совет молодежи Сибирской генерирующей компании. Помимо СГК, меморандум подписали представители «Газпром Энергохолдинга», «Евросип Энерго», «Интеррао», «Красноярск нефтепродукта», «Роснефти», «Россетей» и ряда других крупных компаний. Также в ассоциацию вошли высшие учебные заведения, Институт нефти и газа Сибирского федерального университета и Казанский государственный энергетический университет. Планируется, что в будущем состав участников еще расширится. На этой особенной смене, особенно потому, что она была исключительно для молодых энергетиков, мы работали над меморандумом о создании ассоциации молодых энергетиков. Цели создания этой ассоциации основных две. Это прежде всего защита интересов отрасли и популяризация профессии энергетика. Мы считаем, что это, наверное, два самых основных направления деятельности, из которых в дальнейшем вырастет много интересных задач и мероприятий, которые ребята смогут вместе реализовывать. Молодежь – это основная наша аудитория, на которой это все рассчитано, чтобы в нашу профессию шли осознанно, что молодые люди, когда к нам приходят, они знали, что энергетика – это престижно, это достойно, чтобы молодые люди знали о своем будущем, что они приходят на долгое время в нашу отрасль.